первой игре открытия футбольного сезона экибастузская команда приняла дружину Тарас Каратау. Наша команда выступила в оранжевой форме. Ворота защищал Ануар Сапаргалиев. Во главе команды капитан Аслан Сулейменов. На поле играли Георгий Захаренко, Дархан Абишев, Айден Бралин, Айхан Ержанов, Диас Искаков, Даниил Нырков, Алексей Скворцов, Марлен Айманов и Изат Кульжанов. Что касается самого матча, в первом тайме особо опасных моментов не наблюдалось. Экибастузцы во втором тайме забили в ворота соперников мяч, но судья очко не засчитал, ссылаясь на нарушение правил игры. Гостям, которые в сложившейся суматохе решили воспользоваться моментом и устремились в ворота соперника, реализовать данную возможность не удалось. Таким образом, счет в этой игре так и не открылся – 0-0. Напомним, что еще в первом туре экибастузская команда сыграла с Краном со счетом 1-1. Для команды Тарас Каратау это тоже вторая ничья. Поэтому обе команды имеют по 2 очка и в турнирной таблице находятся наравне – на 7-8 месте. А претенденты на выход в премьер-лигу команды Ох-Жетпес, Жетсу, Кайсар лидируют с 6 очками. Очередная игра на стадионе «Шахтер» состоится 15 мая. Соперником выступит команда «Кайрат Жастар».